Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, почему умирают рыбки в аквариуме. Причин быть может быть даже не одна, а несколько. Первая причина – это неверная адаптация новых рыбок в аквариуме. Очень часто вода, в которой рыбки находились в зоомагазине, может существенно отличаться по жесткости, кислотности и температуре от домашней. Если рыбок выпустить в новый аквариум без процесса адаптации, рыбки испытывают шок, после чего они начинают массово умирать в течение суток, либо на протяжении недели. Чтобы избежать гибели новых рыбок в аквариуме, каждая из них должна пройти правильную адаптацию. Как правильно пересаживать рыбок в аквариум, можно увидеть в моем видео на канале. Ссылку оставлю в описании под видео. Вторая причина – это недостаток кислорода в аквариумной воде. Большинство рыб, кроме отдельных видов, поглощают кислород из воды, и при этом отсутствии могут задохнуться. Такая опасность особенно велика при повышении температуры, когда растворение кислорода в воде снижено, а также ночью, когда аквариумные растения не вырабатывают кислород, а потребляют его. Для исключения такой проблемы нужно часть воды в аквариуме заменить и установить аэратор, прибор, с помощью которого воду продувают мелко распыленной струей воздуха и таким образом насыщают ее кислородом. Кроме того, при резком дефиците кислорода быстрый эффект дает добавление 15% раствора перекиси водорода в соотношении 1 капля концентрированной перекиси на 2 литра воды. Третья причина – это отравление аквариумных рыбок соединениями азота. Азот присутствует в молекулах белка, который содержится в экскрементах рыб, остатках корма, отмерших частях растений, погибших улитках и других отходах. При разложении этой органической субстрации гетеротрофными бактериями образуются аминокислоты и затем аммиак и аммоний. Отравление воды азотными соединениями часто сопровождается появлением мути и неприятного гнилого запаха. Однако, если вода визуально прозрачная, то это не означает, что она качественная. При наличии смертельной дозы аммиака в чистой воде, аквариумную воду следует подменить минимум на 25%, уменьшить количество кормления до минимума и убедиться в том, что в аквариум не перенаселен, избавиться от лишних рыбок. Также нужно убедиться, что аквариумный фильтр подобран правильно и подходит для данного объема. Четвертая причина – это агрессивность других рыбок. Зачастую новички покупают несовместимых рыбок и заселяют их в общий аквариум. У большинства рыбок присутствует внутривидовая и территориальная агрессия. Могут пооткусывать плавники, хвосты своим соседям, а также более крупная рыба может проглотить мелкую. В данном случае нужно содержать рыб, рекомендованных к совместимому содержанию. Пятая причина – это заболевание рыбок. Больную рыбку можно купить, не подозревая о этом. Также неправильное содержание кормления приводит к заболеванию рыб. Шестая причина – это возраст рыбок. У разных рыбок разный период жизни – от нескольких месяцев до нескольких десятилетий. Седьмая причина – это минимизация подсветки. В нашей стране световой день несколько короче, чем в тропиках, родина некоторых аквариумных рыбок, где он длится 10-12 часов, и наступление наших сумерок, часто сопровождающееся выключением подсветки, воспринимается ими негативно. Не лишайте своих питомцев необходимости им света. Восьмая причина – это водопроводная вода. В ней может быть большое содержание хлора и других вредных веществ. Начинающим аквариумистам воду следует отстаивать. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. До новых встреч, новых видео.